Экологический экстремизм – новая потенциальная угроза для общественности. Как отличить борьбу за окружающую среду от скрытого противодействия развитию инфраструктуры и производства? Что сделать, чтобы экология не использовалась как политический механизм? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола, который прошел в СК ГМИ. Научное сообщество, представители госорганов озвучили предложение о внесении изменений в законодательство, чтобы найти баланс между сохранением природы и развитием экономики. На фоне природоохранной деятельности, в том числе и в общественной, широкой общественности, зачастую многие экономические проекты не находят своего решения, не воплощаются в жизнь, потому что, к сожалению, в последнее время ряд природоохранных организаций, в том числе в глобальном масштабе, используются недобросовестными политическими или бизнес-структурами для того, чтобы получить определенные выгоды в рыночной конкурентной среде.